И снова всем доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у меня будет довольно-таки нестандартный обзор, друзья. Пришли к нам дутики, не знаю, за сколько лет работы. Мужские именно, да? За 10 лет работы на первый раз пришли мужские дутики. Решил показать. Некоторые люди спрашивают, некоторым людям интересны дутые модели, утепленные сапоги. В общем, данная моделька называется Stitchers Boot Winter M. Стоят они 6000 рублей. Верх выполнен из текстиля, полиэстера 70%, 30% синтетической кожи. Давайте их рассмотрим. Утеплители здесь где-то 400 грамм, довольно-таки теплые. Внутри флисовый утеплитель по всей длине, высокие. Используются две велкролипучки, петелька для снятия. Вот, вот такие вот. Сразу, значит, смотрим. Используется высокая промежуточная подошва, что не даст стопе промерзать. Также здесь используется Water Resistant пропиточка. Данная модель пропитана водоотталкивающим составом. Подметка здесь вот такая. На мой взгляд, эта подметка будет скользить. Почему-то мне такая вот. Хотя она довольно-таки мягкая, что хочу заметить. Мягкая резина меньше скользит. Но протектор здесь такой себе. Не скажу, чтобы очень агрессивный. Данная моделька проклеена. Качество проклейки можете наблюдать сами. Очень даже неплохое, что хочу сказать. Вот эти дутики подойдут под длинное-длинное вот это пальто Нортланд или под пальто Капа, утепленное. Прям одеваете и все, вы утеплены с ног до головы. Здесь натуральная кожа. Натуральная кожа здесь немножко сзади используется, но ее практически нет. Вот, это такие просто классические дутики. Тут, в принципе, особо рассказывать не о чем. Давайте я их померю, посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Расскажу о своих ощущениях. А что, друзья, что хочу сказать. Но на ноге вы сами видели, как они смотрятся. Не скажу, что очень модно, стильно, молодежно, да. Но если отвлечься от внешнего вида, да, друзья, то это очень удобные, комфортные сапоги. Высокие, довольно-таки мягкие, что хочу заметить. Одел, прям в них комфортно. На сгиб очень удобно, да. Нога чувствует себя прям как в валенке. Утеплитель полностью облегает ногу, стопу, плюс вот верхнюю часть, да. То есть, в принципе, друзья, если не смотреть на внешний вид, то модель очень-очень довольно-таки достойная. И самое главное, теплая. Вот этот момент, конечно, прям супер, на мой взгляд. По поводу морозов и температуры. Данная модель рассчитана от 0 до минус 25 градусов. Я думаю, они спокойно потянут и 30-ку. Спокойно потянут под термоносок шерстяной там. Спокойно, друзья. То есть моделька вообще супер на самом деле. Ну, несмотря на внешний вид. То есть незамысловатая шнуровка, просто две липучки. Ну, единственное, что липучки, конечно, если сюда снег будет попадать, возможно, будут они как-то открываться или еще что-то. Могли бы сделать кнопки, на мой взгляд, было бы все-таки более надежно. Ну вот они решили все-таки липучки здесь использовать. Но моделька однозначно заслуживает внимания. Ссылочка на покупку я обязательно приложу, друзья, в описании к этому видео. Если вам понравилась данная моделька, то приходите в магазин Спортмастер, меряйте и при желании приобретайте, друзья. Так что, друзья, всем, кому понравилась данная моделька, ставьте лайчонок, подписывайтесь на мой канал, друзья. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. И впереди нас ждет еще много-много интересных обзоров. Всем пока-пока, друзья.